Это событие произошло 20 июля 1969 года. В 8 часов вечера по Гринвичу посадочный модуль американского космического корабля «Аполлон-11» коснулся поверхности Луны. Еще через 6 часов откидная дверь открылась, и по титановому трапу на грунт спустился человек. Это был Нил Армстронг, командир корабля. 15 минут спустя к нему присоединился пилот Эдвин Олдрин. Астронавты установили флаг США, а затем начали собирать грунт. Все это время Армстронг и Олдрин держали прямую связь с Землей и комментировали свои действия. Вдруг командир корабля с дрожью в голосе сообщил, что за ними кто-то наблюдает. На Земле попросили подробностей. Но тут связь прервалась, а загадочные объекты ушли за горизонт, на обратную сторону Луны. То есть туда, откуда они и появились. По возвращении на Землю экипажа Аполлона этот инцидент был засекречен, но не предан забвению. Когда мы смотрим на Луну, то всегда видим один и тот же образ. Это происходит в результате того, что гравитационные силы Земли замедляют вращение своего спутника. Поэтому к нам он всегда повернут только одной стороной. Что находится на другой, обратной и невидимой с нашей планеты, всегда было одной из самых таинственных загадок. А после первых попыток заглянуть за лунный горизонт, все вдруг стало самым большим секретом. Что же на самом деле может скрывать от нас это неведомое полушарие? Версий немало. Первая версия – темная сторона Луны обитаема и живет там в особых поселениях, покинувшая когда-то нашу планету древняя цивилизация. Согласно второй гипотезе, там кладбище космических кораблей-пришельцев. Третья легенда гласит, что на темной стороне расположена военная база инопланетян, где идет подготовка к вторжению на Землю. Естественно, о невидимой стороне Луны большая часть легенд возникла буквально на нашей памяти, то есть начиная с 60-х годов. Первых попыток запустить беспилотники к обратной стороне Луны, они как-то мало задумывались, ну, потому что это как мало задумывается человек о локте, который не может укусить. И вот только когда, так сказать, поставлена задача, только тогда люди и стали спорить о том, что там происходит. Некоторые историки, отставные офицеры секретной службы США, утверждают, что помимо традиционных атрибутов власти, каждый американский президент, впервые вступающий на свой пост, получает для ознакомления специальный и, пожалуй, самый секретный в Америке документ. В администрации Белого дома этот документ именуется «Книгой тайн». Первая глава в этой книге раскрывает подробности о катастрофе неопознанного летающего объекта на военной базе «Розуэлл» в Нью-Мексико в 1947 году и о подобранных там мертвых инопланетянах. В той же главе представлена информация о сверхсекретном военном объекте под кодовым названием «Зона 51», где хранятся тела этих космических существ. Сразу по прочтении книги «Тайн» президенты торопятся посетить таинственную базу. Неужели все так? Этот неожиданный вопрос прозвучал на первой пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы в январе 2009 года. Его задал известный американский радиожурналист Майкл Смирконич. Президент ответил черной шуткой. «Я бы рассказал, что написано в книге «Тайн», но тогда мне придется вас убить». Так что же на самом деле содержится в этом сверхсекретном документе? И какое отношение имеет Луна к загадке Розуэллского инцидента? Вопрос, над которым уже полвека бьются исследователи. Астронавты Армстронг и Олдрин, кроме лунного грунта, предъявили общественности лишь массу недомолвок. Но, видимо, у них была причина молчать.
и прежде всего молчать о том, какова была истинная цель их высадки на поверхность спутника Земли. Остается только предполагать, что главный интерес вызывала именно обратная сторона Луны. Самое реалистичное предположение, для чего, что можно искать на обратной стороне Луны, заключается в вполне логичном представлении о том, что именно на этом месте может располагаться, причем абсолютно безнаказанно, абсолютно без какого-либо риска, любая база или город, или место базирования, все что угодно, не имеющее отношения к нашей цивилизации. С тех пор, как человек появился на Земле, Луна представляла для него самую сокровенную загадку. В древности люди считали спутник нашей планеты богиней-покровительницей ночи и поклонялись ей. С того времени человек узнал очень много о подлинной природе этого небесного тела. Диаметр Луны около 3500 километров, то есть меньше протяженности Соединенных Штатов от побережья до побережья. Вращается она вокруг Земли по эллиптической орбите в сочетании с другими движениями, на которые влияют как притяжение нашей планеты, так и притяжение Солнца. В зависимости от того, насколько близко Луна в своем перемещении по орбите подходит к нам, или насколько далеко удаляется, меняется уровень прибрежных вод морей и океанов, так называемые приливы и отливы. Это уже после изобретения, конечно, телескопа, когда уже худо-бедно там стали рассматривать объекты, открыли, что на Луне есть горы, долины. И вот стали говорить, что распускать такие, значит, легенды о том, что именно на той стороне Луны существуют какие-то существа, похожие на людей. Ну и, соответственно, фантазия людей 18-17 века, ну, наделяла этих существ всевозможными сказочными свойствами. На самом деле мнение, что наш спутник обитаем, было широко распространено еще в глубокой древности. Предполагалось, что селениты, то есть жители Луны, ведут точно такой же образ жизни, как и земляне. А пифагорейцы утверждали, лунные растения гораздо красивее, а животные там в 15 раз крупнее наших. Древнегреческий философ Плутарх писал, как бы то ни было, но на Луне могут жить какие-нибудь существа. На Руси тоже считали Луну обитаемой. Причем, по мнению древних русичей, селениты – это никто иные, как сами земляне. Когда-то существовала легендарная цивилизация на русском севере, и называлась она Гиперборея. Гиперборейцы обладали уникальными технологиями, позволявшими им перемещаться по воздуху. И когда произошла страшная природная катастрофа глобального масштаба, а по другой версии простые жители Гипербореи погрязли в грехах и разврате, то некие всемогущие покровители цивилизации воспользовались этими чудесными летательными аппаратами и покинули Землю, оставив паству на суд разгневанной природы. Куда эти покровители могли направиться? Первое, что приходит на ум, на Луну, как на самый близкий от нашей планеты космический объект. Там они и обосновались. Ну, прежде всего, это у каждого народа свои были легенды и предания. Ну, было что-то исходное. То есть, были предания, что уставшие боги, причем это зародилось одновременно и у эллинов, потом у римлян, у китайцев, что уставшие боги, надоели им люди, и они ушли, именно скрылись на Луне. Была и такая версия, разновидность греческих и римских мифов, что именно там обитают боги. Интересно, что с появлением телескопа подобные легенды продолжали жить, и авторами их зачастую были вполне серьезные ученые-мужи. В 1645 году чешский астроном Антонин Рейта, впервые применив оптику для наблюдения за спутником Земли, сообщил, что он якобы все-таки разглядел на Луне и животных, и людей, и растения.
И только величайший астроном средневековой эпохи Пьер Гассенди уверял своих коллег, что на Луне нет условий для жизни, подобной земной. Но зато там наверняка обитает никто иной, как сам дьявол. Ну, доказывали. Вот почему там волк воет на Луну, почему так животные в полнолуние ведут себя, почему ведьмы активизируют свою деятельность именно в полнолуние. Потому что Луна – это был в представлении средневекового человека, это некое вот страшное такое исчадие греха, скопище каких-то черных, темных сил, вот, которые воздействуют на человека. Еще один любопытный факт. В 1840 году директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в старом дворце султанов и обнаружил там древний атлас, сделанный на коже газели и свернутый в трубку. Неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки, южный край американского континента и северный берег Антарктиды. Автора карты достаточно быстро определили. Это был никто иной, как знаменитый адмирал военного флота Отоманской империи и член географического общества султаната Пири Рейс, живший в первой половине 16-го столетия. Но географические очертания континентов, изображенные на атласе, были явно из совсем другой эпохи. Рисовали Антарктиду такой, какой она была до покрытия ее льдом. И не только Антарктиду, но и в великолепной точностью отразили восточное побережье Южной Америки. То есть намного лучше, чем это сделал Магеллан столетием спустя. Не так давно исследователи пришли к выводу, что уникальный атлас был просто срисован перерейсом с некоторых совсем древних исходных изображений южного полушария Земли. Время их появления неизвестно, но точно задолго до Рождества Христова. При этом, как выяснилось позже, нанести с такой точностью все береговые линии можно было только с большого расстояния от Земли. Например, с ближайшей опорной орбиты нашей планеты. Неужели карту рисовали из космоса? Чтобы проверить это предположение, исследователи создали трехмерный интерактивный глобус и начали его вращать на экране компьютерного монитора. И вдруг ученые обращают внимание. В определенном ракурсе очертания части южного полушария Земли в точности совпадают с картой перерейса. Дальнейшие вычисления шокировали исследователей. Так скопировать на бумагу берега Африки, Америки и Антарктиды можно только с поверхности Луны. Но кто и каким образом был способен это сделать, неизвестно. Также непонятно, как эти, если так можно выразиться, карты Африки, Америки и Антарктиды из космоса были доставлены на Землю. В начале 70-х годов появилась еще одна сенсационная версия. Луна имеет искусственное происхождение. Это очень древний космический корабль, специально помещенный на околоземную орбиту высокоразвитой звездной цивилизации. Под лунной корой, защитной оболочкой толщиной в десятки километров, якобы укрыта гигантская обитаемая полость глубиной около 50 километров, где имеются атмосфера и различные технические устройства. Уже миллионы лет этот корабль рядом с Землей находится, что там проводятся различные исследования. Ну, понятно, это одна версия. Другая версия, что все-таки Луна – это естественный природный объект, но просто его использовали инопланетяне, устроив там свою базу, чтобы им не мешали люди. Вернемся к тому драматическому эпизоду в июле 1969-го, когда астронавты Армстронг и Олдрин собирали вокруг своего космического корабля лунный грунт и вдруг увидели нечто.
Кристофер Крафт, в прошлом директор НАСА, после того, как оставил свой пост, передал группе исследователей весьма любопытную магнитную пленку. Это была аудиозапись сеанса связи с астронавтами, сделанная в Хьюстонском центре управления полетами именно во время лунной миссии «Аполлона-11». Вот содержание одного фрагмента переговоров после расшифровки и перевода на русский язык. Астронавт Армстронг почти в панике сообщает с Луны. Это гигантские штуковины. Нет, нет, нет. Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения. Центр в Хьюстоне. Что, черт возьми, у вас там происходит? Астронавт. Они здесь, под поверхностью. Центр в Хьюстоне. Кто это они? Астронавт. Я говорю, что здесь другие космические корабли цилиндрической формы. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Центр в Хьюстоне. Можете ли вы заснять что-нибудь? Астронавт. У нас больше нет пленки под рукой. Центр в Хьюстоне. Восстановите контроль. Они перед вами? Астронавт. Они приземлились здесь. Они здесь. И они наблюдают за нами. Далее пошли шумы, что свидетельствуют о потере сигнала и прекращении связи. Можно считать эту пленку фальсификацией, но эксперты провели тщательную проверку записи и вынесли вердикт. Все голоса точно соответствуют указанным в расшифровке людям. Из всего этого сеанса связи сразу можно выделить фразу о космических кораблях цилиндрической формы. Это было самое необычное сообщение, которое повергло в шок специалистов Центра управления полетами. Эта фраза, естественно, убедительно говорит о том, что люди приземлились едва ли не на чужом космодроме, где кишит жизнь. Я не только допускаю, я убежден, что, безусловно, очень много непонятного, очень много аномального бросалось в глаза и американцам, и операторам наших луноходов. Естественно, что инцидент, произошедший с Армстронгом и Олдрином на Луне, был засекречен. В то же время к спутнику Земли стали готовить новые экспедиции. Было официально объявлено, что на Луну отправятся Аполлоны с порядковыми номерами 18, 19 и 20. Причем космические корабли с огромными ракетами-носителями «Сатурн» для них были уже готовы. Экипажи укомплектованы, и новые места посадок на Луне выбраны. И вдруг вся американская лунная программа, в которую правительство США вложило 25 миллиардов долларов, внезапно остановилась без каких-либо убедительных объяснений. Подготовленные для этого 5 огромных ракет-носителей были демонтированы. Также внезапно прекратились и советские исследовательские проекты. Однако в прессу стала просачиваться невероятная информация. Некий американский военный летчик Уильям Рутледж, в 1990 году переехавший в Руанду, заявил, что никакой остановки лунного проекта не было. Полеты продолжились, и корабли под номерами 18, 19 и 20 все-таки осуществляли посадку на Луну. Но эти экспедиции строго засекретили. Более того, Рутледж утверждал, что сам он был астронавтом на борту 20-го Аполлона. По рассказу этого засекреченного астронавта, на Луне нашли космический корабль внеземного происхождения, изготовленный 1,5 миллиарда лет тому назад. Объект потряс людей своими гигантскими размерами. Почти 5 километров в длину. Корабль имел сигарообразную форму. Возле него были обнаружены странные полуразрушенные конструкции, которые космонавты назвали городом. В самом инопланетном аппарате члены Аполлона-20 обнаружили следы неизвестных органических растений, а также тела двух гуманоидных существ, причем одно из них женского пола. На лице и руках женщины были странные устройства, напоминающие портативные приборы навигации. Любопытно, что после сотен миллионов лет тела пришельцев хорошо сохранились, словно их подвергли бальзамированию. Образцы ткани и конструкции корабля были отправлены на Землю.
Бывший работник НАСА Кен Джонстон, работавший в лунной программе «Аполлон», в результате исследований также подтвердил: на Луне есть города. НАСА знает, что астронавты обнаружили эти древние поселения, а также неизвестные машины с передовыми технологиями, которые способны управлять гравитацией. Но космическое агентство приказало закрыть информацию, и он был вынужден долгое время молчать. Но почему вдруг более чем сенсационное открытие, сделанное астронавтами на Луне, попали под гриф «секретно»? И не просто, а совершенно секретно. Если действительно происходили какие-то встречи с какими-то хотя бы объектами, безусловно, человечество надо подготовить к этому. И подготовить непросто. Это не пропагандистская машина, которая за один день, даже за год заработает. Тут действительно нужны десятилетия, чтобы понять, как это преподнести человечеству. И подготовка человечества к тому, что на Луне есть что-то необычное, уже идет. Вот что сообщила официальная пресса 21 марта 1996 года. На брифинге в Национальном пресс-клубе Вашингтона ученые и инженеры НАСА, участвовавшие в программах изучения Луны и Марса, сообщили о результатах обработки полученной информации. Было объявлено о существовании искусственных структур и объектов техногенного характера на Луне. Так, в районе кратера Тихо обнаружено специфическое городское строение, накрытое прозрачным куполом. Купол выполнен из материала, похожего на стеклопластик или хрусталь. И имеет странную особенность. Он сияет изнутри голубым светом. Кроме этого, исследователи подняли архив и нашли старые публикации об изучении естественного спутника Земли. Например, такую. В 1967 году американские спутники сделали фотографии Луны в районе кратера Укерта, находящегося в центральном заливе Синус Медиа. Фотообъектив запечатлел гигантский высотой 11 километров холм с несколькими башнями, поднимающимися над поверхностью Луны. Можно предположить, что башни сделаны из горного хрусталя или породы кварцевого состава. Эта порода распространена на Луне так же широко, как и на Земле. На Луне, наверное, как кто-то живет. То есть там есть базы, которые нам известны, которые, может быть, находятся в каком-то, в зависимости от нас, или хотя бы наблюдаются нами. Вот. Недаром же сотрудники НАСА вот недавно еще раз сообщили, что скорее Луна повернется к нам обратной стороной, чем мы расскажем вам хоть какую-то новую информацию про Луну. Не дождетесь, типа. И еще. После закрытия лунной программы долго молчавший Вернер фон Браун, конструктор немецких, а впоследствии и американских ракет, заявил: на Луне есть силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Я не имею права говорить о подробностях. Скажу лишь, что математику не обмануть. Фон Браун имел в виду силы, изменившие траекторию одной из его лунных ракет. Может, от того предупреждения Барака Обамы, то тогда мне придется вас убить, звучит совсем не шуточно. И связано в первую очередь это с тем, что происходит на Луне. Не зря даже древние египтяне называли Луну великим оком Ра, следящим за нами. И все-таки большинство информационных сообщений из разных и не всегда достоверных источников, а также слухи и легенды о таинственных внеземных базах на обратной стороне Луны, пока еще не доказаны. И они не могут быть доказаны или опровергнуты, пока мы не возобновим космические экспедиции. Конечно, новый полет на Луну не станет гарантией того, что вся информация будет раскрыта. Тем не менее, будем ждать и верить, что контакт все же произойдет. Принято считать, что освоение человеком Луны закончилось миссией «Аполлон-17».
Но что, если был еще один экипаж с порядковым номером 18, который готовили в строгой секретности и который все-таки осуществил полет на Луну? И что, если миссия 18-го Аполлона была провалена, а экипаж мог не вернуться на Землю и по какой-то неизвестной причине погибнуть? О том, что американские астронавты контактировали с пришельцами, стало известно еще в 70-х годах. 14 ноября 1969 года США осуществили вторую высадку человека на Луну. В составе экипажа были военные летчики Чарльз Конрад, Алан Бин и Ричард Гордон. Задача этой миссии – сбор образцов лунного грунта, фотографирование на поверхности и установка на Луне научных приборов. Но когда Аполлон-12 приблизился к земному спутнику и сбросил на его поверхность модуль, произошло то, чего никто не ожидал. Какой-то толчок к Луне, то на Земле он достаточно быстро затухает. А там вдруг получалось, что не затухает. И тогда было непонятно, почему тогда американцы сбросили ступень, чтобы уж грохнуть-то грохнуть. Удар был настолько сильным, что звон распространился на 64 километра от места высадки корабля. После чего, как утверждали астронавты, произошло искусственное лунное землетрясение. В результате было доказано то, что и предполагалось, что Луна, вот как Земля, вся проплавиться не смогла до некой однородной такой, чтобы ядро, потом мантия и так далее. И что там существуют такие масконы, то есть концентрация масс. То есть как вот слипались эти масконы, они не проплавились и так и остались вот полусплавленными, но не проплавленными. И поэтому там были пустоты. Луна звенела, будто колокольчик, еще около 40 минут. А сейсмические устройства зарегистрировали длительность вибрации – 3 часа 20 минут. Таким образом, ученые пришли к выводу, что у нашего спутника необычайно легкое ядро, или, возможно, Луна полая внутри. Если она пустотелая, то есть она может быть служить огромным передатчиком связи в нашей Солнечной системе. Не только как мы используем приемники на спутниках и передатчик, а сам объект Луна имеет огромное значение для них самих инопланетян. То есть сама планета является передатчиком. Один из астронавтов, который имел счастье ступить на Луну, в какой-то статье в своей, вот он рассказал, что его при прогулке по Луне всегда сопровождало что-то. С точки зрения, что не говорится, и до сих пор не говорится. Что это было? С точки зрения, скажем, людской вот, цивилизации, необъяснимые вещи-то. Ну, необъяснимые вещи. Некоторые вещи объяснить просто нельзя. Перед американцами встала задача или вовсе отказаться от исследования земного спутника, или же попробовать вступить в контакт с инопланетной цивилизацией, которая давно базировалась на Луне. И человек принял вызов. Аполлон там 11, Аполлон 12 прилунились и передали информацию, которая говорит о том, что действительно на Луне существуют какие-то, может быть, внеземные формы жизни, и причем они имеют технологическую такую основу, было принято решение нанести удар по Луне, потому что имелись данные о том, что Луна – это действительно искусственный объект, там существуют полости огромные, в которых могут находиться, так сказать, базы. Апреля 1970 года у экранов телевизоров миллион американцев наблюдали за стартом 13-й миссии «Аполлон». Старт был успешным. Космический корабль прошел половину пути от Земли до Луны. Но неожиданно связь с астронавтами прервалась. Позже в Центре управления полетами сообщили, на «Аполлоне» произошел взрыв. Специалисты предположили, что причиной чрезвычайной ситуации могла быть утечка кислорода. А вскоре появилась официальная версия трагедии. Взрыв произошел в основном блоке корабля, в одном из топливных элементов. Но недавно стало известно об истинных причинах взрыва. У них
стало не хватать энергии. И, в общем, возвращаться на Землю, посчитали они, было гораздо сложнее по затратам оставшейся энергии, чем дальше в пассивно пройти до Луны, провести коррекцию, чтобы не врезаться в Луну. Это требовало меньше энергии. Вопрос о посадке уже не стоял. Жизни астронавтов висели на волоске. Спастись в такой ситуации практически невозможно. На принятие решения у членов экипажа «Аполлона» было не больше минуты. Здесь они очень хорошо инженерно продумали, как использовать лунный модуль, его энергетику. Оставив на минимуме служебный модуль по расходам, они начали расходовать топливный ресурс лунного модуля для того, чтобы провести вторую, третью, четвертую коррекцию. И все это у них удалось. Астронавты выжили, но вскоре появились доказательства того, что экипажу просто не позволили выполнить свою миссию. И это было последнее предупреждение людям. Их могли убрать, конечно, но именно вот этот жест, когда им позволили вернуться, мы, по сути, все говорили, что это был один шанс из ста. Тем не менее, это говорит о том, что с нами не хотели воевать, но сказали, что, ребята, не надо больше ничего такого делать, потому что это чревато. Мы в состоянии проконтролировать этот процесс и предотвратить. В НАСА знали, что, отправляя астронавтов на Луну, они подвергают их смертельной опасности. Но соблазн встретиться с инопланетным разумом был слишком велик. И руководство страны приняло решение продолжать полет. Но теперь все корабли отправлялись к Луне только с оружием на борту. Аполлон-13 нес на себе ядерное оружие. И одна из задач, если кто-то активно мог попытаться там воздействовать или там войти в близкое соприкосновение, то пожертвовать космонавтами и произвести взрыв непосредственно на борту, в непосредственной близости от Луны, от этих летающих объектов. Еще перед полетом 13-го Аполлона астронавтов четко инструктировали о том, как они должны себя вести в случае встречи с иной формой жизни. Если вдруг инопланетяне попытаются захватить корабль, то астронавтам было приказано уничтожить его вместе со всем экипажем. По сути, они должны были совершить самоубийство. Но в этот раз им не позволили даже добраться до Луны. И пока нет прямых доказательств вмешательства внеземного разума, официальной версией провала миссии «Аполлон-13» остается взрыв топливного элемента. Все получилось более изящно и красиво. Взорвался кислородный баллон уже непосредственно в окрестностях Луны. Миссия таким образом провалилась. Надо было спасать свои, в общем-то, шкуры. Получается, что американцев просто прогнали с Луны, которую уже населяла иная цивилизация и которая вполне может быть враждебно настроена к людям. Этим и объясняется резкое свертывание всех лунных программ.